Акварель по-мокрому. Мастер-класс в такой технике провела для подрастающего поколения художница Светлана Бутенко. С кисточкой в руках и под чутким руководством дети рисовали розы. В каникулы многие родители думают, чем занять свое чадо. Художница Светлана Бутенко знает ответ на этот вопрос. Она организовала для детей мастер-класс. Хочется поделиться творчеством, хочется научить других, чтобы они тоже... Когда человек пытается сам что-то делать, он тогда больше понимает. А очень много деточек, и они еще юные, и у них еще чистая энергия, и вот они эту чистоту переносят на бумагу. Совсем недавно Светлана открыла в мемориальном доме музея имени Николая Зелинского свою третью выставку. Большинство работ написано ее любимой акварелью. Этой же технике она учит детей. Берем, макаем в красненький цвет и рисуем форму лепесточка общую. Намечаем. Где будет цветочек? Маша – девочка талантливая, занимается танцами и пением. Все благодаря заботливой маме. Хочу развивать ребенка разносторонне. И ей нравится все яркое, все красивое, потому рисунок – это самое подходящее. Алина серьезно занимается вокалом. На мастер-классе юное дарование открыло в себе еще одну способность. Мне понравилось, как мы сегодня нарисовали букет цветов. Я думаю, что я теперь буду заниматься рисованием. Подобные уроки Светлана Бутенко планирует проводить и в дальнейшем. В следующий раз художница научит ребят мастерить куклы-обереги. Алина Герасимчук, Андрей Макаренко, Первый Приднестровский.